как же я завидую вот этим вот прекрасным детским пяточкам. Да, доченька? Какие они у тебя нежненькие, мягонькие. А у мамы вон только сделала педикюры сразу. Пятки сразу на топтыши. И вот, на пальце. Прям мучение одно сплошное. Вот у меня это вечная проблема, особенно если я похожу по песку. Вчера целый день ходила, ноги прям пересохли. Пятки, пальцы. Вот у меня сама проблема, это вот здесь вот пальчик и вот эти вот пяточки. Прям видите, моментально. Вся вроде стопа нормальная, но пятки прям мучение. Сегодня, как обычно, буду свои пяточки спасать своим крем-воском. У меня и родители этим пользуются тоже. И я тоже на постоянной основе практически. Не каждый день, конечно. Но вот когда прям такая критическая ситуация. Смотрите, как моментально впитывает хорошо.